Первый компас изобрели в Китае 1000 лет назад. С его помощью китайцы путешествовали по пустыне. А через 200 лет компас появился и в Европе. Был ли этот компас китайским или европейцы сами его придумали, неясно. Фиксики помнят лишь то, как он был устроен. Это была магнитная стрелка на поплавке, которую опускали в сосуд с водой. Только потом стрелку надели на шпильку, и компас стал похож на современный. Стрелка компаса всегда показывает на север. И если, к примеру, моряку нужно плыть на север, он плывет по стрелке. А если на юг, то в обратную сторону.